Здравствуйте, меня зовут Марина Сорокина. Я работаю в Восточно-Таллинской центральной больнице менеджером по работе с иностранными клиентами. Наш роддом в этом году будет праздновать свой юбилей. Роддому уже больше 200 лет. В нашей больнице работают самые опытные акушерки, доктора-гинекологи. Наш персонал говорит по-русски, документацию тоже смогут вам выдать на русском языке. Языковых проблем у нас нет. Если вы решили приехать рожать к нам в больницу, то вам надо связаться со мной по электронному адресу или позвонив по телефону, который есть на нашем сайте. Как правило, мы ждем, чтобы пациент приехал к нам на 37-й неделе беременности в Таллин и уже остался в Таллине до родов. Можно приехать и раньше на консультацию к врачу. К нам можете приехать всей семьей. В основном роды у нас партнерские больницы, то есть при родах всегда присутствует либо муж, либо какой-то человек, которому вы доверяете, которого вы хотите взять с собой на роды. Сначала вы попадете к врачу на консультацию, которая сделает необходимые анализы. Они входят в комплексную цену родов. Врач сделает ультразвук, и вы составите план родов. Также врач познакомит вас с нашим роддомом. Вы посмотрите родильное отделение, посмотрите семейные палаты, в которых вы потом будете пребывать вместе с малышом и с семьей. Также, так как вы приедете раньше в Таллин, у вас будет возможность ходить на лекции в нашу семейную школу. Эти лекции для вас тоже бесплатные. Их надо будет выбрать на нашем сайте и просто записаться в регистратуре. В основном наши врачи и акушерки советуют рожать естественным путем. Даже если у вас был первый ребенок кесаревым сечением, то второго вы можете родить естественным путем. Такую возможность наши врачи предоставляют. Естественно, они должны до этого посмотреть ваши документы и выписки, которые вы возьмете с собой, обязательно карту беременности. И если у вас это второй ребенок, то историю первого ребенка. В роддоме есть возможность рожать воду. Когда вы придете на первую консультацию, вас познакомят с вашим лечащим врачом и с акушеркой, которая будет вести всю вашу беременность и будет присутствовать с вами на родах. После родов вы будете находиться у нас трое суток в семейной палате. В это время вашему ребенку сделать необходимые анализы и исследования. И на третьи сутки, если все хорошо, вас выпишут, вы пойдете домой. При выписке из больницы вам дадут справку о рождении ребенка, на основании которой вы сможете оформить документы ребенку для выезда домой. Если у вас возникнут вопросы, когда вы будете уже дома, после выписки, вы всегда сможете прийти к нам обратно, обратиться к акушерке, и они вас проконсультируют по любым вопросам, в том числе по вопросам грудного вскармливания. Всю полезную информацию о нашем роддоме, о родах, о наших услугах вы можете узнать и прочитать на страничке rody.tallinhospital.ru. Наша главная цель – обеспечить вам безопасные роды, доброжелательные и комфортные обстановки. Приезжайте к нам рожать!